один украинский пес видно замечательно. Переходит, пожалуйста, на ладони, ну, стрелка. Слева, если присмотреться под бутылом, сюда пришли. Савинский мост. Коммунального, к сожалению, не видно. А вот строение видно. Думаю, за которое не мост. Прямо промзона осветит. Один из основных загрязнителей нашего воздуха, нашего города. Сейчас мы с вами развернемся против ветра, там все гораздо живописнее по солнцу. Там, да, красивее. Вот видно замечательную речку, которая называется Сува под горизонтом. Да, вижу. В эту сторону. Нестюкова, Лобанова, Каянова, Гулянка, на горе Звездном, дальше Кукурстан. Ну, Белодорский монастырь сказал уже. Сидите? Да. Измет не давит? Нет, все хорошо. Так и не скажешь, что у нас город красивый. А вот тут видно. Ну, видите, уже вот дымка и освещение только с одной стороны. Поинтереснее это все смотрится. Качаться будем? Пойти. Ну, если станет мало или некомфортно, говорите, я остановлюсь. Хорошо. Приехали вот мы оттуда, да? Не понял. Вот оттуда вот мы приехали, заезжали. Да, вот где машина сейчас пылит, вот она дорога, вся вокруг поля. Раньше здесь была дорога, вся она здесь. Прямо под нами стоит.
бросил, прямо полетел. Интервью после приземления, как понравилось? Очень классно. Понравилось? Да. Даже не холодно было, не страшно. Я думала, что я буду кричать. Ну, мы же с вами кричать. Мы же с вами аккуратно кричали. Все было классно. Приходи еще, приводи друзей. Хорошо, обязательно.